сквере и на каждой городской площади в день рождения Тюмени будет чему удивиться. Увидеть все сложно, поэтому выбирайте, что больше по душе. Самые маленькие тюменцы уже в 9 утра отправятся на парад колясок. А когда часы пробьют полдень, начнут работать практически все тематические зоны. Например, малыши могут продолжить веселье на площади борцов революции или на Цветном бульваре, а садоводы в сквере кошек. Кому книга лучший друг, идите на площадь солнца. Ну а на набережной ждут экстремалов и любителей эффектных трюков. Здесь их будет вдоволь. И, конечно, окунуться в русскую культуру можно, если прогуляться по улице Дзержинского. И на всех, без исключения, площадках, мастер-классы, интерактивные игры и море веселья. Театралам непременно стоит отправиться в сквер Комсомольский. Здесь уже по традиции поздравят Тюмень с днем рождения артисты со всего мира. На международном фестивале «Сны улиц» выступят тюменские коллективы, труппы из Санкт-Петербурга и даже театр из Франции. Завершат празднование огненным шоу. Угощений в День города тоже будет немало. Самый богатый стол накроют на центральной площади. Здесь пройдет гастрономический фестиваль, где 30 участников представят блюда кухонь всего мира. Можно будет и самим освоить некоторые рецепты, посетив мастер-классы от шеф-поваров. Любителям стейков и шашлыков стоит сходить на набережную. Там барбекю-фест. А бодрящего напитка можно испить у городской администрации. Там пройдет фестиваль кофе. Известные артисты тоже посетят наш город в день рождения. На Цветном бульваре смотрите «Настоящий звездопад» и загадывайте музыкальные желания. Падали звезды, падали, надо ли плакать, надо ли? Плакать точно не надо. В 18 часов на Цветном бульваре выступит группа «Рефлекс». Если же по душе другая музыка, то в 19 часов у ЦУМа Тюменский филармонический оркестр исполнит саундтреки из кинофильмов. А кое-кто сначала сыграет в футбол, а потом споет. Артистическая сборная мира выйдет на поле против тюменцев в 17 часов, а через 3 часа они выступят у ЦУМа и на Центральной площади. К слову, в команде в основном рок-музыканты. Ну и какой день рождения без вечеринки? После концерта «Звезд» далеко не уходите. Вдоволь потанцевать можно в концертном зале «Золотые ворота Сибири». Там пройдет вечеринка «Ночь золотых хитов». Прозвучат самые популярные песни за последние 40 лет, но в современных обработках, о которых позаботятся диджеи. Кроме того, клуб «Галаденс» устроит танцевальный мастер-класс, а магазин «Варвара Тренд» – модный показ. Также можно будет выиграть призы и подарки. Ну а вечером обязательно приходите на набережную. Здесь можете оценить новую подсветку моста влюбленных и световое шоу. Ну а после небо раскрасит 12-минутный фейерверк. В этом году он пройдет под музыкальное сопровождение. Прозвучат песни о лучшем городе Земли – Тюмени.